Доброго времени суток, дамы и господа. В первой части видео я вам рассказал о роботе РКТ-8, как можно зарабатывать токены РКТ-8 с помощью простых действий в социальных сетях, как сразу же их можно вывести на платформу Waves, а также это и есть кошелек Waves, и сразу же продать, обменять на доллары, ну или, соответственно, вывести себе на карту. То есть ждать ничего не надо. Я рассказывал вам про стационарный компьютер, а также показывал, как скачать платформу, этот кошелек Waves, и как работать. В этой части видео, в принципе, я хочу рассказать то же самое, но как это просто и удобно делать с помощью iPhone, либо какого-то мобильного устройства. Итак, чтобы работать в роботе РКТ, нужен Telegram. Если у вас установлено приложение Telegram в телефоне, то вам, наверное, нужен VPN. Вот я, например, пользуюсь вот таким вот VPN. Он бесплатный, вы можете скачать, я его скачал в App Store. Вы можете, в принципе, сделать то же самое. Примечательно то, что... Ну, здесь рекламка платная, ну, в принципе, она мне не нужна. Почему? Потому что я его включаю и выключаю, прям сразу устанавливается вот здесь вот в настройках VPN. То есть очень удобно. Выключили, включили, все. И в приложение мы даже не залазим. Вот сверху видите, да, значок VPN встал. Итак, значит, заходим, соответственно, в Telegram, находим робот РКТ-8. И видим, что у него вот такое же меню. В принципе, то же самое, то, что и на компьютере я вам показывал. Я оставлю ссылочку на видео, первую часть, в описании. Можете посмотреть. Значит, давайте пройдем быстренько по меню. И потом сделаем задание. Экипаж. Здесь у нас реферальная ссылочка, через которую вы можете также приглашать друзей, ну и тоже какую-то копеечку зарабатывать. Вы можете сделать свою реферальную ссылочку, авторскую, либо стандартную. Вот я сделал авторскую. У меня вот здесь, видите, да, как она выглядит? И стандартная ссылочка. Это стандартная ссылочка. Далее на главную обратно переходим. Еще раз экипаж. Реферальную ссылку мы разобрались. Здесь наставник РКТ. Есть к кому обратиться. Ну, также вот есть личная статистика. То есть вот я немножко тут проработал 3 дня. Заработал порядка 5 долларов. Ну, в эквиваленте там один токен с чем-то РКТ-8. Ну, я как бы не углублялся, быстренько сделал задание. Сейчас покажу, как это сделать. Значит, моя команда. Ну, это он потом пришлет. Здесь страны, которые участвуют в этом процессе. Есть общая статистика. На данный момент 103 894 токена заработано. В эквиваленте это 431 тысяча долларов. Сколько выведено? Вся команда. Из какого города? Ну, первый топ. Страна. Ну и так далее. Возвращаемся на главную обратно. Значит, так, с экипажем мы разобрались. Далее твой кошелек. Здесь я могу посмотреть мой баланс, также пополнить баланс, вывести средства. Давайте вот мой баланс, к примеру, посмотрим. Ну, здесь 4,84 доллара, там я несколько заданий сделал. Заработал один токен, 16, РКТ-8. Далее вывести средства. Вот кошелечек тут нужно Waves ввести, как его создать. Я в том видео вам рассказывал, поэтому там проблем вообще нету. Вот, только доступно для вывода 24, то есть копим 24 токена, 25, грубо говоря, РКТ-8, это где-то 100 долларов. И потом спокойно выводим и обмениваем. Как это сделать, смотрите в описании, в первой части. Далее. Здесь, в принципе, ничего интересного больше нету.
Ну, в настройках нужно персональные данные заполнить, соцсети активировать не забывайте. То есть вот у меня подключен ВКонтакте, и также YouTube подключен. Персональные данные, имя, пароль, город. Ну, пароль можно не обязательно, город, логин, имейл тоже заполните, здесь пропишите. Ну, в принципе, и все. Ну, разберетесь, тут все очень просто, время тратить не будем. Итак, давайте переходим к заданиям. Как делать задания на мобильном телефоне? Очень просто. Значит, задание. Хочешь посмотреть все задания или интересует определенная активность? Нас робот спрашивает. Ну, давайте новые посмотрим. Все задания. Ну, вот в YouTube только одно задание на данный момент. Я недавно заходил, было еще ВКонтакте, видимо, его уже выполнили. Давайте все задания смотрим. И что он нам предлагает? Необходимо выполнить шаг 1, перейти по ссылке, подписаться на канал. Если мы уже подписаны на этот канал, то просто открыть и закрыть страничку. Ссылку, соответственно. Шаг 2, перейти по ссылке, посмотреть видео до конца. Хорошо, шаг 3, перейти по ссылке и подписаться на канал. Опять же, если мы уже подписаны, то просто открыть ссылку и закрыть. Выполнить это задание. Выполнение этого задания проверяется автоматически. И, соответственно, вот здесь в работе мы можем проверить, есть ли у нас оставшееся задание или нет. Но это потом я расскажу. И теперь просто нажимаем на выполнить. То есть вот здесь мы просто смотрим, что нам нужно сделать. Три шага на данный момент в этом задании. И теперь нажимаем выполнить. И теперь начинаем выполнять эти задания. То есть вот видите, да, написано, задание успешно принято. Приступайте к его выполнению. Так-то оно называется, цифровые агенты, кто они, обзор проекта такого-то. То есть мы выполняем, перейти по ссылке и подписаться на канал нужно. Ну и, соответственно, если уже подписано, берем элементарно, переходим на канал. И если мы уже подписаны, да, вы подписаны. Если вы не подписаны, на красную кнопочку нажмете «Подпишитесь». Я уже подписан, поэтому обратно в Telegram. И, соответственно, это задание у нас выполнено. Поэтому нажимаем «Следующее действие». Вот видите, написано, что перейти по ссылке, подпишитесь на канал. Это действие у нас уже успешно выполнено. Далее. Перейти по ссылке и посмотреть видео до конца. Вот это нам прислало на второе действие. Нажимаем на ссылку. Не знаю, как нужно до конца просматривать или нет, но я просматриваю, потому что как бы вроде говорят, что робот все понимает. Сколько оно здесь? По времени 16 минут. Ну, давайте на паузу видео поставим. Мы с вами его посмотрели. И теперь возвращаемся обратно. Нажимаем на готово. Нажимаем на следующее действие. Пришло сообщение от робота, то что поздравляю, хозяин, тебе начислено 004 токена РГТ за выполненное задание. И, соответственно, мы нажимаем, вот здесь вот есть на главную страницу кнопочка, смотрим свой кошелек, проверяем баланс и смотрим, что да, действительно начислено. Теперь у меня один токен, ну 1.21 токена РКТ-8. Ну и по мере поступления заданий от этого робота мы собираем 20 токенов РКТ-8. Это где-то будет $120 на данный момент по курсу. Был он и дороже, был $7. Но, возможно, когда криптовалюта пойдет вверх, может быть, он значительно увеличится. Поэтому можно его хранить. А можно и сразу же вывести, как я уже показывал, на кошелечек Waves. Ссылочку на кошелечек я оставлю в описании. Также оставлю ссылочку на регистрацию в этом роботе, чтобы вы могли пройти регистрацию и, соответственно, зарабатывать токены. Ну и что нам остается, это дождаться 20 токенов на балансе и вывести их, кто хочет обменять за доллары, а кто хочет, соответственно, будет хранить. Ну, в принципе, вот и все, что я хотел вам рассказать. Очень просто пользоваться роботом на мобильном телефоне.
Справа в верхнем углу вы видите плейлист, где более 100 видео с проектами, в которых я принимаю участие и вам рекомендую. Слева видео с обзором участков моего СНТ, которые я продаю. Из каждого, кстати, вы можете заработать 50 тысяч рублей как посредник реализации. Ну и подпишитесь на канал, поставьте лайк, кому полезна была информация. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. До новых встреч. До свидания.